Как собираешь хлебницу, все спрашивают. Столько отгружаешь, и никто не знает, как ее собирать. Давай, рассказывай. Да как рассказать? С чего начинается? Начинается с фундамента. Начинается, собираем брус, потом низа собираем. Подожди, размеры бруса, то есть по внешним размерам 4 метра на... 117. На 1170 миллиметров. Внешние, обратите внимание, внешние размеры. Собрали брус, ну или короб из доски, правильно? Правильно. 50-й. Кто-то собирает короб из доски. Потом, значит, собираем основание. Вот оно основание, видите? Рама, так называемая нижняя. Правильно, Миша? Да. Потом она, подожди, стоп, она соединяется с помощью саморезов. Покажи, Миша, саморез. Вот они. 19-й. Есть один кусок? Вот 19-й. А в коробке нет? Вот таким саморезом, соединяется рама, как и вся конструкция, видите? Со сверлом. Отверстия просверлены. Собрали раму. Следующий этап ее выровняли и закрепили к фундаменту, да? Главное диагональ. Главное диагональ, Миша говорит. То есть вы меряете диагональ. Так. Итак, кто не знает, что такое диагональ. Потом. Миша, что потом? Потом обшивается все поликарбонатом. Низ обшивается поликарбонатом. То есть в комплекте с каркасом идет, даже если продается без поликарбоната, торцевой профиль, перфолента и торцевой профиль снизу. Все эти саморезы, все это идет в комплекте. К каркасу крепится саморез клоп. Вот здесь через профиль, обратите внимание. А по низу саморез по дереву. 5 на 50. Тоже все через профиль, обратите внимание, все через профиль. Вот такое, да. Мы их собираем в цехе и потом отгружаем клиенту, потому что на месте это не то, лучше в цехе собирать. Следующий этап. Надо собирать створки. Если это двухметровые, то они просто соединяются прогонами створка к створке. Если 3 метра или 4, они собираются с помощью вот таких перемычек. Обратите внимание, 20 на 40. Если у вас теплица, мы сейчас отправляем разборный, где далеко и стоимость доставки очень большая, они идут соединение, называемся через бочонок, писюн в писюн, в общем, писюн в трубу. Или бочонок в трубу. То есть здесь идет разрез, и она вставляется в трубу. И соединяется двумя саморезами вот здесь изнутри. Вот тут. Смотрите, обратите внимание. Вот. Две половинки самореза. Можете еще накрутить. Следующий, значит, железо же, Миша, собрали, да? Да, железо. Собрали железо, то есть створку. Вот она, видите, собрана. Следующий этап обшивается поликарбонатом. С какой створки начинается обшитие? С маленькой. С маленькой. Сначала бока. То есть с низкой створки. Низкая. Низкая маленькая. Низкая, да. Это у тебя большая, нет? Это маленькая. Вот, обшивайте сначала бока. Обратите внимание, где она вниз уходит, перфолента и торцевой профиль. Горизонтально раскрой. Здесь резиночка. Она выступает на маленькой створке. Видите? Поликарбонат доходит до нее. И получается вот такой хвостик. Здесь крепится шайба и саморез. Вот здесь ставится, видите, поликарбонат закреплен. И потом как ты его одевать будешь, Миша? Ну-ка кусочек. Оттуда. И пошел. И пошел засовывать. То есть здесь ставится неразъемный N-образный по-русски профиль. Покажи, Миша. Вот такой профиль. Вот видите. Если у вас двухметровый, то такого профиля нет. 3 и 4 метра приходится соединять поликарбонат. Вот он, видите, внизу. Также по низу открой. Видите, вот он профиль. То есть поликарбонат соединяет не внахлёст, а именно через профиль. На парниках это можно. Следующий этап также собираете в той же последовательности высокую створку. Обратите внимание, вот эти вот саморезы, все крепеж просверлено, не перепутайте. Низ здесь вот пока временно, наживили болт, М8 и гайки. Миша, вот здесь гаечку надо ставить, а здесь временно или да. Что? Ну это временка стоит. Это временка. Промеши будут ставить еще гайка. Гайка или шайбы? Гайка. Гайки. Все. Ну вот, также везде крепится перфолента и профиль. Ничего сложного нет. Будут вопросы, пишите, задавайте. Крепление к фундаменту с помощью самореза.
70 или 80, пятерка идет с шайбой. Вот, вон и так далее. Вот такая мини-инструкция. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментариях, пишите в личку, на WhatsApp, в Telegram. Ответим, покажем с ними. Всем огромное спасибо.